Клянусь уж, братья, вздохом своим прощальным, драться за волю и правду в этом бою фатальном. Небо чернеет с моря, море краснеет крови, и к чертям наш мир без правды, жизнь не вела к доле. Повседневными нашими страхами с конформизмом и с повседневными эмоциями личной работы от искусства. Мы за соединение искусства и политики. Дорогой Аркадий Кот, Москва, мы туда же. Спи, родной мой человечек, видишь, время двух овечек. Yeah.
что я к вам встречал. И в глазах ее заметил невозможную печаль. И она, дрожа и плача, рассказала мне тогда, что ее веселый мальчик не вернется никогда. Начало 20 века, да, вот этого такого вот сенсационного шевеления после революции 1955 года. Вот потом Федор Сологуб написал большую часть своих таких протестных стихотворений после как бы, революции на фоне этой такой эпохи реакции. Все остальное время он думал про смерть, а вот такая ситуация очень волновала, нас она волнует очень тоже. Я не знаю, что мне делать.
Следующая песня написана Питом Сигером, американским бардом в начале 70-х годов. В середине 70-х годов ее перевел на норвежский язык один норвежский бард, и недавно она стала очень известной после того, как известный террорист Брейвик сказал, что в этой песне сконцентрирован весь марксизм, весь интернационализм и вообще все то, что ему особенно ненавистно. Вот. После этого, после его теракта, эта песня пела количество людей в Осло на площади. Знак памяти с погибшими от его теракта и с их родственниками. Вот. Ну, мы тоже, конечно, могли просидим этой песни и перейти на русский. Сейчас поем.